Мы большевики-интернационалисты. Мы считаем, что залог победы революции в классовом единении пролетариев всех наций. Но нам всегда были и будут дороги национальные интересы каждого отдельного народа. Правильно! Верно! В универсале, опубликованном сегодня Центральной Радой, которая пытается говорить от имени украинского народа, слишком расплывчато сказано о социальном переустройстве. Универсал откладывает решение вопросов войны и мира, земли, национализации промышленности до учредительного собрания, которое состоится в некоем неопределенном будущем. Мы, большевики, считаем, что Центральная Рада, как и Временное правительство, действуют в интересах буржуазии и помещиков. Мы требуем землю крестьянам, заводы рабочим, войне конец немедленно! Добро, Дизотонский, я прошу прощения, но в списке ораторов много, а вы... Не закрывайте мне рот! Долой империалистическую войну! Власть народу! Хорошо сказал. Только жалко прервали. Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас словно гнетут. Бой роковой, выступили с врагами, нас еще суд.